Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня мы будем смотреть анбоксинг для игры на PlayStation 4 Transformers Devastation. Вот, то есть это, скажем так, первая игра, которую я купил в пленке для 4-го PlayStation, потому что, честно говоря, все остальные свои игры я покупал уже, называется, БУ, ну, кроме тех, что шли в комплекте вместе с приставкой. Вот. И так получается, что это первая игра, которую я купил отдельно, именно запечатанную, как меня уверяли продавцы, что значит, данная игра была еще именно в поставках 2015 года, то есть когда она только-только еще вышла. Вот. И сейчас, значит, при помощи вот такого вот канцелярского ножа, ну, сейчас ее аккуратненько так вот попытаемся вскрыть. Так у нас выглядит диск, вот, и, соответственно, значит, что у нас идет внутри. Значит, ну, соответственно, вообще никакого руководства пользователя нету, то есть ничего у нас не присутствует, соответственно, то есть все написано вот здесь, даже видно только, значит, с края, как раз с обратной стороны диска. Вот, собственно, там диск. Сейчас я его более явно покажу. Вот, вот так он выглядит. Тут у нас как раз девастатор изображен, то есть он же, в принципе, разрушитель. Получается, как его обозвали в переводе с того канала Санкт-Петербург. И, соответственно, значит, здесь такой очень важный момент. То есть игра у нас не на русском, соответственно. Даже вот, если смотреть описание диска самого, то описание у нас описано именно оригинальные названия всех этих трансформеров. То есть не адаптация их, а именно от того канала Санкт-Петербург. Вот. И игра сама, к сожалению, не на русском. В принципе. Но, по крайней мере, почему я именно купил эту игру? Только по той простой причине, что я являюсь поклонником как раз таки именно старого мультсериала о трансформерах, так называемого Generation One, который выходил на американские экраны с 1984 по 1987 год, насчитывая 4 сезона и один полнометражный мультфильм. И, соответственно, значит, эта игра как раз таки сделана как раз таки по мотивам него, и, соответственно, сделана, значит, у нас как раз таки с использованием старых персонажей. Действие здесь происходит между вторым сезоном, судя по всему, и как раз таки полнометражным мультфильмом, то есть получается между 1985 и 2005 годом, согласно хронологии самого мультсериала. И но единственное, что здесь на что был сделан упор, то есть сделали игру Platinum Games и создатели Bayonetta, но, честно говоря, мне не очень понятна одна вещь. То есть тут, видимо, все-таки, поскольку старый мультсериал, по крайней мере, на Западе имеет статус культового, у нас-то, к сожалению, его не показывают и не показывают в основном из-за того, что в свое время СТС уничтожила все мастера русского дубляжа, как раз таки классического мультсериала о трансформерах. Вот. И поэтому все, что вот осталось, это только оцифровки с видеокассет, по крайней мере, звуковых дорожек, вот, то лежат в интернете. Вот. Только так можно с ним, соответственно, ознакомиться по каналам, его вряд ли больше повторять будут, если только кто-то из каналов не сделает его новый дубляж. Вот. И, соответственно, значит, здесь, видимо, чтобы привлечь новую аудиторию, или все-таки, согласно политике Hasbro, возможно, потому что все-таки в первую очередь
мультсериал был у нас, получается, реклама игрушек. То есть именно у нас он рекламировал, получается, игрушки, а поскольку последние два мультсериала «Роботы под прикрытием» и «Прайм», в общем-то, они использовали определенный тип персонажей, и так что здесь именно у нас те же самые персонажи, как главные герои, и, что, соответственно, и в, например, в тех же самых «Роботах под прикрытием», но только вот своим видом, как из, как раз таки, красивого классического Generation 1. Что меня пока что в этой игре не смущает, что, соответственно, здесь не присутствуют, собственно, люди, потому что, как мы помним, в классическом мультсериале людям действительно уделялось немалое место, а здесь, ну, честно говоря, даже массовкой никакой нету. То есть есть какой-то некий условный город, автоботы и десептиконы, и, в общем-то, все. То есть как бы не очень понятно, кого автоботы, собственно, защищают, что они, в общем-то, как бы делают в этом вопросе. То есть как-то вот этому моменту, я считаю, места не уделили. Собственно, во-вторых, не появлялись некоторые, допустим, персонажи, которые были в первом и втором эпизоде, то есть очень мало у нас автоботов. Вот, можно было бы сделать, что называется, и побольше. Вот, потому что их буквально очень мало тут фигурирует. Вот. Во-вторых, соответственно, значит, к чему бы я еще прибирался? Это, в общем-то, к тому, что раз действие у нас происходит вроде как между вторым сезоном и полнометражным фильмом, то можно было бы и добавить новых персонажей автоботов, вроде того же самого Хот-Рода, он же патрон версии, например, 6-го канала Санкт-Петербург Ультрамагнуса. Вот, Арси хотя бы то же самое, ну, насчет Ультрамагнуса Арси, что я могу сказать, то есть они, по крайней мере, в том же самом Трансформере Прайме, на который отчасти пытается равняться эта игра, они уже появлялись, и, в принципе, почему бы их там, не знаю, сюда вот перенести хотя бы каким-то DLC или еще чем-то в эту игру, чтобы они тоже появлялись как персонажи, чтобы за них там тоже, допустим, можно было играть, вот, честно говоря, не очень понятно. И опять же, тут появляются, в принципе, как раз таки гельштаты, как боссы. Ну, допустим, вот опять же, тот же те же самые контрактиконы и интертиконы. Вот. Но почему-то нету боевиконов. То есть, как мы помним, они у нас появлялись именно во втором сезоне. Вот здесь они как боссы почему-то не присутствуют. Также изменили трансформацию некоторых трансформеров, ну, например, в частности, это больше коснулось Мегатрона. То есть в классическом мультике у нас трансформируется пистолет, но здесь он трансформируется в танк. Я считаю, что больше игры пошло на пользу. Но, тем не менее, что мне в этой игре не очень, конечно же, нравилось, это именно то, что все-таки здесь нету компании за Десептиконов. То есть, если мы помним такие игры, как «Битва за Кибертрон», «Падение Кибертрона» и так далее, то есть у нас всегда там была компания за Десептиконов. К сожалению, вот в этой игре она не присутствует, то есть играть можно, в принципе, только за автоботом. Так что, по мне, так игра немножко такая получилась противоречивая. Вот. Ну и плюс могу отметить, что в записи интрека участвовал такой композитор, как Винсент Дикола, который, соответственно, у нас был одним из композиторов, писавший музыку для полнометражного мультфильма 86-го года. Вот, что лично я считаю достаточно большим плюсом. Вот. Ну а сейчас, собственно, мы посмотрим, как она у нас запустится на приставке.